Одеть на дочку платье или же надеть на дочку платье? Какой глагол выбрать? Давайте разберемся. Если речь идет о вещах, ну, штанишках, кофточке, джинсиках и тому подобное, мы используем глагол надеть как на себя, так и на кого-то другого. Поэтому правильно сказать надеть на дочку платье. Одеть же мы используем значение облачать кого-то в одежду. К примеру, одеть дочку в платье, но надеть на дочку платье. В таком случае можно использовать глаголы попарно для того, чтобы лучше запомнить. Если кого-то можно одеть, то можно и раздеть. Если же мы что-то надеваем, то это можно и снять.